Дзержинского. Спасибо. Поздравляем. Спасибо. Ну, что-нибудь, пару слов приятных и неприятных. Каких-нибудь. Хорошо, я присоединяюсь ко всем добрым словам, которые мне произнеслись. А тебе хочу сказать, что мне из 5:50. Я совсем не из области, которая очень далека от этого. То есть я вообще, я ножницы первый раз держала у вас. Машинку первый раз у вас. Я полюбила йорков. Я поняла, что это великие собаки, им надо памятник поставить, их собаки Павлова. Я полюбила пуделей. Просто я влюбилась в эту породу. Я увидела высший пилотаж, да, то есть то, что я вижу, то, что показали наши преподаватели, ну, я считаю, ну, для меня это просто нет, седьмое небо, на которое мне никогда не попасть, но хотя бы я это видела, как это делается. Вот. Большое спасибо Диане за то, что за эту вот организацию. Я посмотрела, как работает салон. Ну, знаете, я буду гордиться, что я живу в одном городе. И у нас есть такой салон замечательный. Всем большое спасибо. Спасибо Вале. Это какой-то чудо-администратор, который знает всех собак в морду. Хозяев в лицо. Вот. И понимаешь, что лежит. Да, что лежит. В общем, потрясающая база. Просто потрясающая материальная. Все, в общем, поклон. Спасибо. Спасибо.